Okay, let's go. I'm an office worker, that's why I spend much time in front of my laptop, and I have constantly pain in my neck, in my back, and even in my feet, because I keen on high-heeled shoes. I wear them almost every day, and one day I bumped into a problem that I have pain in every part in my body. That's why I have found Mohammed with his Egyptian massage, which helped me to feel relief in my body. Years ago I found Mohammed with his Egyptian massage, and I'm his forever client, I think, because he helps me a lot with his unique technique, unique massage technique, and I can't even imagine that I can choose another massage master instead of Mohammed. I don't have words. Surely you said everything. What is?
I missed that. Kolbima. Это видео больше без них. Очень говорит, а так будем убрать все видео. Ремонтируйте все видео.
So, bueno. Не специально было. Ты не говоришь, а кто так? Ну все. Да, обычно просто. Или как чувствую сам, не...
Все, Мадина нас и говорит. How are you? Говорить? How are you? Говорить, да, я разрешаю. А что говорить? Вы хорошая актер. Что говорить? Я тебе не сказал, да? Я спросил, how are you? Как дела? Класс. Кому сава? Супер. Салабьянна, всем. Салабьянна, Фибья, Фобья. Здесь больно? Так, если Василий там, ты красавца, красавец. Вот так, вот так, вниз, 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 вниз. Еще что-то назад. Ты его русский не знаешь? Нет. Так, зови руку назад сильнее. Хорошо? Ага. Ты хотела от движения? Да. И она сопляет.
планируешь еще трассу, да? Отлично. И шулер. Это закрываем. И корпус со мной. Отлично, хорошо. Так. Еще раз. Сейчас поднимай голову, как вот и приседаешь. Поднимать. Давай. Давай ко мне. Я сижу, ты стоишь. Вот так. Ты не смеешься, блин. Есть разница, да? Есть. Ой, чинча. Иди сюда ко мне. Это наше движение. Да. Я сегодня хорошо. Поднимай, поднимай голову. Все хорошо. Расслабляй. О, слышишь?